оттепель по отношению к пандемии, кажется, наступила в Иркутской области. Президент России Владимир Путин заявил о возможности смягчения действий ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Это связано с тем, что в целом по стране и в отдельных регионах эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Показатели инфицирования дают возможность аккуратно снимать введенные ранее запреты, например, в организации учебного процесса. Так, в ближайшее время образовательные учреждения будут возвращаться к привычной форме обучения. Студенты среднеспециальных и высших учебных заведений смогут вновь очно присутствовать на занятиях. Точные сроки пока не называются, но ориентировочно вузы возобновят фактическую работу уже в феврале. Кроме того, в Иркутской области отменили ограничения на работу бань и саун. Теперь они вновь могут работать после 23 часов. В целом, эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие. У нас уже количество тех, кто выздоровел, больше превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму.